Меня зовут Маруся. Меня Ваня. Меня зовут Тая. Так звонко, как весенние птицы, звучат голоса в переполохе. Переполох – это детская театральная студия, не обязательное дополнительное школьное образование, но обязательное для формирования личности. Уверенно держаться на сцене, а потом и в жизни – вот главный козырь в игре переполоха. Я посещаю студию 3 года, и за эти 3 года мне поставили речь, я начал говорить правильно и быстрее конструировать предложения. Еще с переполохом мы ездим в Екатеринбург и Москву, а я никогда в Москве и Екатеринбурге не был. Участие в конкурсах нам дает развитие, толчок. Мы, во-первых, видим других, как поступают другие. Мы видим их плюсы, их минусы. Мы потом можем, мы применяем это потом к себе, на себя. И когда мы стали ездить на конкурсы, мы стали после этого побеждать. Да, до этого мы вот первый раз в Москве заняли 3-е место. А потом уже стали лауреатами 1-й степени. Победу переполоху принес спектакль по мотивам коми-пермяцкого эпоса. Ребята сами придумывали сценарий, эскизы для костюмов, декорации а-ля пермский звериный стиль. Трехглавый идол, он путешествует по 3 мирам, передает приказы божествам. Он трехглавый знак простой. Получается, когда люди хотели поговорить с божествами, они через этот амулет трехглавого идола передавали все, что они хотели. Переполоху 17 лет. За время его существования через него прошли сотни детей. Младшая, средняя, старшая. Столько ступеней у студии. Конечно, далеко не все связывают свою жизнь с театральной стезей, но цели здесь совсем другие. Ребята у нас, во-первых, становятся более открытыми, не боятся выступать. У нас есть выпускники, которые поступили в этом году. Поступила девочка в Санкт-Петербург на актерское. Летом в рамках межрегионального конкурса школьных театральных коллективов «Моя игра» состоялся кукольный онлайн-фестиваль «Гапит». Ребята снова стали первыми. Сейчас идет подготовка к межрегиональному конкурсу школьных театральных коллективов «Моя игра». Его проводит Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке Министерства культуры края. Проходить он будет в очно-заочном формате и откроется 9 октября. Полина Рифа, Владислав Рашидов, Ветта-24.